Агентство Монцаме сообщает. 5 февраля новый чрезвычайный полномочный посол Монголии в России Тулум Сурунгиндава вручил свои верительные грамоты президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. На церемонии присутствовали помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков, министр иностранных дел России Сергей Лавров и другие официальные лица. Монголия – наш добрый сосед и проверенный временем друг. В прошлом году мы совместно отметили 80-летие победы на реке Халхин-Гул, подписали бессрочный договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Считаем целесообразным дополнить тесное политическое взаимодействие конкретными проектами в торгово-инвестиционной и гуманитарной областях. Удовлетворены развитием трехстороннего диалогового формата «Россия-Монголия-Китай». Приветствовали бы более активное вовлечение Монголии и в деятельность Шанхайской организации сотрудничества.